Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир буквально 5 часов назад, потому что я только пришел с работы и сразу же, друзья мои, сел, чтобы записать для вас ролик. Так, ну, мастер 3 звезды, на меньше я не был готов. Так, забираем награды. Железноголовый и 75 платиновых осколков. Я думаю, что вы догадались, да, что сегодня будет. Но я вам скажу следующее, ребят. Я немножечко даже растерялся. Я растерялся из-за того, что вы мне много... Ну, как бы голосов за какого-то определенного персонажа много голосов не было. Но было на всех и по чуть-чуть. Ну, за Ксевера Монтаса вообще никто не голосовал. За Крипа, кстати, тоже. За Леонардо Космос не было. Был вот Леонард Классика был. Был Леонардо Фильм. За Алапекс были голоса. Там были как за, так же были против. Микеланджело ролевой, так же как и Рафаэль, по-моему, ролевой тоже, ребята, очень много было за ней голосов. И вот я за Эйприл Кунаичи тоже, кстати, ребят, голосовали. За Шреддера Классику даже голосовали. Вот, и я не знаю, ребят, кого. Я не хочу как бы и тех огорчить своим выбором. Ну как своим выбором? Выбор был ваш, но он практически был на равных. Вы все голосовали именно за тех персонажей, у которых были массовые атаки. Соответственно, вы даже описывали, почему взять лучше того или того персонажа. Поэтому я, наверное, ребята, все-таки склонюсь, как говорится, к выбору. Вот я думаю, либо мне поднять Микеланджело ролевого. Вот. Либо же, вот Рафаэль Классический тоже, ребята, был в голосовании. Либо все-таки брать Эйприл Кунаичи. Вот даже не знаю, вот серьезно говорю. Ладно, я, наверное, все-таки, ребята, буду брать Микеланджело ролевого. Все. Да, всего хватает. Надеюсь, никто не будет в обиде за мой вот такой вот, ребята, выбор. Но ничего поделать не могу. Я бы не сказал, что этот персонаж прям такой вот супер-пупер. Ну, как говорится, я сказал, что выберу того персонажа, которого вы проголосуете. Как говорится, держи свое слово. Ну что, друзья мои, пойдемте пробежимся быстренько по серии испытаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Какой шесть? Ты что, Рэй? Какой шесть? Там всего 5 персонажей можно брать. Вот, и, ну, понимаешь, что буста сегодня у нас не получится, потому что 5 часов все-таки уже прошло после того, как обновилась у нас неделька. Но, тем не менее, попробуем прорваться как можно дальше. Как можно выше подняться, чтобы, например, завтра, ну, хотя бы до лиги, я не знаю, до лиги сёгунов обратно добраться. Было бы неплохо. Мы и сегодня, в принципе, поднимемся, но завтра нас 100% сбросят. Это я уже больше чем уверен, так как произойдет. Так, давай-ка накажем муху. Кстати, никто не голосовал за муху, за саблезуб. Вот за таких персонажей не голосовали. Кстати, почему-то вот никто не голосовал за мутагеноида. Я не знаю, почему он вам не понравился. У него тоже есть массовая атака. Но я бы, честно, не сказал бы, что она такая массовая и хорошая, когда он бьет ладошками по земле. Но опять же, я не могу ничего говорить, потому что этот персонаж у меня не прокачанный по фулке. Ты знаешь, как в тихом омуте черть водится, да? Думаешь, а, персонаж вата. А на сотке бац и раскрывает все свои, как говорится, потенциалы. И становится очень даже годным персонажем. Ну что, друзья мои, а мы идем с вами, наверное... Так, что у нас тут? О, усиление технодрома. Ребята, у кого нету Кренга, я вам всем советую проходить усиление технодрома и, соответственно, фармить жетоны на Кренга. Потому что Кренг — это мощь, это сила. Ну, а у меня турнирная арена, и поэтому не буду вас задерживать. Побежали. Естественно, попробуем сейчас найти 11-11. Мы как бы с этого начинаем, да? Не с 10-10, а именно 11-11. Ну, во, все-таки выудили. Уровень персонажей. Кстати, я в первый раз вижу вот такую подборку. Ванька, Бибоп и Макмен. Обычно идет Леонардо, Карайка, там
кто угодно. А тут прям, смотри-ка, меня порадовала такая вот сборочка на первом поединке. Даже неплохая, несмотря на то, что мы их очень быстро забомбили. Сама сборка очень даже неплохая. Очень даже неплохая. Так, и мы перемещаемся на Лигу воинов 2 звездочки. Так, давай попробуем поймать 11-12. О, есть. Вот, вот такие вот ребята у нас часто попадаются. Леонардо, Макман, еще один Леонардо. А вот чтобы Ванька, да еще и... Во всей своей красе, короче, да, ребята, они выступают. Ну, тут, само собой, с одной плюшки мы всех завалили. Поэтому шуршим далее. Надеюсь, воин... Я, честно говоря, думал, что воин 3 звезды будет, но нет. Не тут-то было. И хотелось бы мне, конечно, получить 12-13, но что-то мне подсказывает, что... Выше 11-12 мы не запрыгнем, да? Так выходит. Ладно, до сих пор еще пока у нас 3 бойца. 3 бойца. Ну, давай, наверное, бросим блокировку хила. Тут не то, что мы бросили с тобой блокировку хила, мы заблокировали их. Вообще, к ядрень фени. Ну и воин у нас 3 звезды, 62-я позиция. Да, будем очень долго мы, по-моему, сегодня продвигаться. А если мы еще не получим 12-13, это будет вообще горе какое-то. Эй! Да вы серьезно, что ли? Вот. Вот. Вот этого я и хотел. И это мы только получаем 4 персонажа. Ух, как все запущено. Как же все здесь запущено. Это только лишь 4 персонажа. Вот нам еще потом, наверное, предстоит 4 или 3 поединка сыграть, чтобы дали 5 персонажей. Ну, то есть по фулке прокачать. Так, давай, Кирби, жги. Краса, ничего себе. С крика двоих. Ну ладно, того-то ты добил, а этого-то с фулл хп. Молодец, красава. Молодец. Так, и мы с тобой уже перешли в элиту. 78 позиция, очень, очень медленно идем. 12-13. Ну мне бы, конечно, хотелось бы получить 13-14. Но что-то мне говорит, ты, Рэй, слишком быстро хочешь добиться, как говорится, фулочки. Но нет, не дадут они мне. Поэтому пока команда будет состоять из 4, а не из 5 персонажей. Погнали. Так, ребят, сегодня я, наверное, попробую ближе к ночи поиграть Железноголового или Ведроголовый на втором канале. Вы просили меня очередную серию. Ну, если опять же не усну. На самом деле, сегодня подустал, дико подустал, если честно. Практически вся смена у меня прошла на улице в морозяку. Ну, днем было более-менее так, что, как бы тебе сказать, приемлемая погодка. Но с утра и под вечер, конечно, да, было не очень комфортно. Так что посмотрим. Но у меня, видишь, пока, ребята, у меня там на кухне курица варится, я не могу лечь спать только лишь из-за нее. Поэтому думаю, дай-ка я сейчас сыграю, чтобы хоть чем-то себе занять и не вырубиться при этом. А то я помню, как один раз, ну я же вам уже, помните, года 2 назад говорил, что я уснул, когда готовил курицу в духовке, уснул и проснулся от ужасного страшного сна. Но когда я открыл глаза, я ничего не увидел, кроме дыма. Сплошной, ребята, дым был. Вот, и когда меня осенило, что я забыл курицу выключить в духовке, когда я бежал на ощупь, ребята, я ничего не видел. Короче, одним словом, слава богу, что не задохнулся. А вероятность была элементарная. Так что теперь я все время аккуратно. Если даже есть, ребята, какая-то слабость и хочется прилечь, нет, лучше что-нибудь смотреть или чем-то себя занять. Или, в конце концов, выключи плитку или духовку и спокойно ложись уже. Отдыхай. Так, ну что, минус двоечка. Давай, наверное, попробуем. О, красиво. И добивка. Лео, ты сможешь добить Бакстера? Молодец. Я думал, что он его не добьет, потому что, ну, все-таки половина здоровья было. Как говорится, и уровень здесь не особо-то важен. И это мы только в элиту перешли 3 звезды. У-ху-ху-ху. Долго-долго будем мы здесь пробиваться. Так, ну что у нас? 13-15.
Конечно, хочется, ребят, получить 14. Нет, не дадут. Они дают уже 12-14, короче, на понижение пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Чем мне нравится, ребята, буст? Тем, что мы здесь отыгрываем всех персонажей, не тратите при этом откатов. Это, конечно, круто. Ну-ка, Лапекс. Мочкани. Угу. А если бомбочку? Да, должны, в принципе, добить. Да, всех добили. Кстати, сегодня надо посмотреть, что у нас там по жетонам получается. Будем фармить. Да, друзья, будем фармить. Откатов у нас ноль. Здоровски. Но откаты, они сегодня здесь и не понадобятся нам. Сразу тебе скажу. А вот в дальнейшем, да, в дальнейшем они нужны будут. Но мы ежедневки еще пока с тобой не стали трогать. Мы сразу побежали сюда. Так, а вот у нас и новоиспеченный Майки, который перешел сегодня в платиновый ранг. Красавчик. Так, давай, наверное, просто бомбанем. Здесь смертельную волну выпустим от Леонардо ролевого. И добьем Донателло. Шикарно. По-другому и быть не могло. Так. Ага. Вот мы уже и в самураях. 14-17, давай сюда. Давай, мне говорю, 14-17. 13-15, 13-16. Есть. 14-17. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, у нас уже 40-й уровень у наших, как говорится, противников. А у нас 56-й. Ну, это я к чему сказал, что у нас разрыв, ребята, уменьшается очень сильно. Так, усиление атаки. А если мы вот так сделаем? Угу. И кофемашина должна всех, в принципе, добить. Да? Так, ребята, все и получилось. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. Давай 50-й ранг. Оу, 29-й даже. Значит, не настолько все плохо, как я думал. А, у 14-17, ну куда ж ты? Ну, во, есть. Так, 41-й, да? 41-й ранг. Ну, я не знаю, 41-й и 59-й. 19 уровней разница. Как бы существенная, но в то же время... В то же время не особо. Ладно, попробуем Рафаэлем. Шикарно, Рафик не подвел. Так, давай, наверное, Эйприл уберем отсюда, потому что я не хочу, чтобы она хилку свою использовала. Так, а дальше, наверное, все-таки... Давай, ладно, добьем Донни. Ой, Донни, Рафаэля. Я поставлю щиты, потому что, наверное, Рокл не добил бы Донателло. Вот, ребята, массовая атака у мутагеноида. Да ладно, он еще и не попал. Тьфу. Он еще и не попал. Ну и прекрасно. Так, самурай, 2 звезды. Так, 14-17, теперь мне уже, вот, хочется выше. Раз, у нас уже все, ребята, мы уже переходим на 70-ники. Тьфу. Ну тогда у наших противников шансов нету тут как-то подтянуться. Где-то преуспеть? Нет, не получится. Мы элементарно их сейчас всех будем ушатывать. Блин, надо было массовую сделать. Че я тупанул? Давай. Делов-то на копейку, согласись. Блин, ну это мы в лучшем случае сегодня попадем в лигу сёгунов. 2 звезды. Это в лучшем, наверное, случае, ребята. А может быть, даже и не попадем. Потому что бойцы просто... просто офигеть, как быстро заканчиваются у нас. Да, грусть, печаль. Хорошо. Сделаем так. Плюс паутинка. Паутинки, оказывается, было достаточно, чтобы их добить. Но, да, самурай. 2 звезды. То есть я приблизительно прикидываю где-то на поединка 3 персонажи. Раз, два, три, четыре, пять.
Раз, два, три, четыре, пять. Раз... Ну, даже не больше, не три, а где-то, может быть, 4-5. Ну, тоже неплохо, в принципе. Так. Давай, наверное, вырубим этого парня. Давай. Памс, впачу ему. Хорошо. Нормально, ребят, справились здесь. Какое место? 50-е? 48-е. Угу. Значит, дают 14-18. Опа, 15-19. Ребят, я просто нечаянно нажал, но уже потом увидел. Ну, давай попробуем. Вот, есть. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Поехали быстренько их тут раскурочим. Я, наверное, не буду здесь брать никакую провокацию. Начнем сразу разбирать уже их. Так, здесь, наверное... Нет, лучше Криса, да, вальнуть. Ха, ну успокойся. Выбежал тут, даже не попал. Опа. Готовый. Запах изо рта от Джастина и мне понравился. Блин, я думал, что вдруг все-таки сможем перелететь, но нет. Не хватило. Так, 15-19, пожалуйста, на кассу. Раз, два, три, четыре, пять. И еще где-то два поединка у нас будет оставаться. Интересно, у кого будет инициатива круче? У нашего Усаки прокачанного или все-таки у наших маузеров на сотом уровне? Хм. В данный момент пока Усаги переплевывает. Ну вот, друзья, как я вам говорил, Лига Сёгунов — одна звезда. Но что такое одна звезда? Это ничто. Это ничто, ребят. Так, и получается у нас еще один поединок. Еще один поединок. И будем, друзья мои, закругляться. Но здесь по-другому и быть могло, когда у тебя в команде зимние такие бойцы. Зек, Супер Шреддер, да? Макман там. Пш. Ты ничего не сделаешь. Точнее, противник ничего не сделает против тебя. Раз, два, три, четыре, пять. Да ладно, прям тютелька в тютельку. Как это у нас так получилось, что мы прям всех отыграли? Редкий случай. Так, с одной плюхи, нифига он. Просто подошел, ну, чеками звезданул, и все, ребят. И вот у нас пройдена, короче, арена. Ну, мутагена мы получим здесь мало. О, как я и говорил, ребята, Лига Сёгунов — две звезды, отлично. Сколько у нас мутагена заработано? 14 тысяч, всего лишь, да, 14 тысяч. Это, ребят, это бред. Так, ну что ж, давай тогда будем прокачивать наших кроликов. Значит, нам не хватает 11 кружек, ребят. Олимп Динер. Так, это получается 2, да? 2, 3. 4. 5. 5. Да ну хорош. 6. Ну, 6. И все. 7. 8. 9. 10. И последнюю. 11. Все, ребят, 11 кружек есть. Прокачиваем до 5 ступени. Ну и круто. Так, забираем здесь наши ежедневки, вот эти вот. И поднять уровень персонажа. Так, мы еще и мутаген с собой успели потратить, поэтому нам придется кого-то из слабеньких. Пит! 57 уровень. Ших-ших-ших, станцевал такой, довольный. Так, дальше.
Дальше нам нужно идти на испытание классическая бойня. Классическая бойня, да, значит. Ну, ты понимаешь прекрасно, что здесь мы на автобое сейчас все это пробежим. А дальше, дальше фарм жетонов будет. Само собой. А в классической бойне нам никого не надо искать? По-моему, нет. У нас остается там Бибоп. Рождественский, не рождественский, а пасхальный, да? И, по-моему, такой же Рокстеди. И все. Больше нам там никто не нужен. Так, Бибоп классический. И начинаем, ребят, фармить. Ну, сколько тут мы получим? Ну, дай бог, жетонов 150-200, где-то так. Ну, я имею в виду, помимо того, что у нас уже было там сколько-то. Там немножко, конечно, было, но все-таки. Ну вот. Растет моя копилочка. Уже почти 200. 209. 224. 239. 254. Ну, в общем, да, нормально будет. Слушай, даже больше 300. О-о-о. Отлично идет. Все, ребята, у нас 360 жетонов. В следующей серии, а она будет буквально завтра, мы с тобой все остальное доберем. Пита будем прокачивать на фул звезды. Так, ну и вроде бы у нас здесь все. Ничегошеньки не осталось, что можно было бы заюзать, поиграть, потестить. Да. Поэтому все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.